рамках чемпионата D-лиги по баскетболу состоялись матчи очередного четвертого тура среди юношеских аматорских команд. Днепропетровские команды «Академия-1» и «Академия-2» соперничали с верхнеднепровскими баскетболистами. Наши земляки были гораздо более подготовленными и не дали гостям ни малейших шансов. Две игры – две убедительные победы. Лучшими были днепропетровские игроки Тимур Грощаховский, Максим Варанкин, Георгий Шостакович.